Здравствуйте, сейчас вам продемонстрирую микс «Спорт Примета» Швейцария. Цена за килограмм 450 рублей в упаковке, 25 килограмм 200 грамм. Стоимость всего микса 11 340 рублей, количество единиц 87 штук, стоимость 1 единицы 130 рублей. Сейчас перед вами штаны и толстовка мужская. Размер не указан, но она небольшая, с молнией и нашивкой на груди. Штанишки на шнуровках, имеется небольшое пятно от ручки. Все это легко отмоется. Размер у штанишек L. Мне кажется, не меньше, чем размер, который на них указан. Вот такая мужская олимпиечка. На молнии на груди, с принтом. Размер не указан, но она тоже небольшая, скорее всего, 42 размер. Дальше олимпийка спортивная, женская. Так, размер указан 38. С карманами на молнии состояние отличное. Дальше штаны Nike. Так, размер указан. Размер не указан. А нет, размер указан 42. Состояние обувь отличное, они немножко пыльные, это легко протирается влажной тряпкой. Так, спортивные женские брюки с карманами на шнурке. Этикетки все отсутствуют, но они небольшого размера, скорее всего, 42. Колумбия, размер указан 8. В миксе очень много брюк спортивных, разных, мужских, женских. Так, размер 44. Снизу имеется молния. Штаны на пуговице, на молнии, карманы. На молнии есть один карман сбоку на бедре. А, и сзади два кармана на клёпках. Следующие штаны. Такие уличные спортивные, конечно, поход, размер 36. Тоже карманы на бедрах, карманы сзади на клёпках. Состояние отличное. Так, следующие штаны шорты. Тут можно носить бриджами летом. На вечер попрохладнее, можно подстегнуть штанину. Имеется карман вот здесь, два кармана на коленях, два кармана сверху. И еще один карман небольшой на молнии слева, размер указан 54. А, штаны мужские. Так, штаны размер указан 42. Они тоже превращаются в шорты, уже не бриджи, в шорты. Следующие штаны мужские, размер указан L, 48. Леггинсы женские, больше пыль, больше похожи, знаете, на такие, как леггинсы, которые одевают зимой под джинсы. Не самостоятельно, а именно как магазинные для тепла. Спортивные штаны женские, трубами, размер S. Так, еще одни женские штаны, размер тоже, скорее всего, S, может быть, даже XS. Спортивные трико женские, Nike, размер S. Дальше олимпийка мужская с молнией на груди, размер M. Велосипедки мужские, размер не указан. Женские брюки, размер
42-44, но выглядят они на 48. Следующие брюки тоже большого размера. Размер указан 46. Имеются карманы спереди над коленом и карманы на бедрах. Бриджи. Размер указан 31. Бриджи женские, размер S. Тонковка спортивная мужская, размер указан 52-54L. Ну, прям если совсем в обтяг. Еще одни велосипедки. Брюки женские, прямые, размер S. Спортивная кофта, размер не указан. Леггинсы женские, гигантского размера. Указан 48-50, но они смело налезут на 54. Может быть, они просто растянуты. Еще одни леггинсы, размер 44-46. Тонковка мужская, размер L. Штаны, окрас хаки. Размер указан LXL. Мужские брюки, размер L спортивные. Спортивные брюки женские. Ростовка указана 152, карманы на молнии. Они также на резинке, на пуговице, на молнии. Сверху по низу идет резинка сантиметров 15. Спортивные леггинсы женские, размер не указан, но по ним видно, что они маленькие. Брюки спортивные, превращаются в шорты. Размер 42-40. Брюки мужские, размер L, с карманом на бедре. Брюки женские, леггинсы, размер 40-42, не больше. И стол свободу. Дальше бриджи, леггинсы женские, с небольшим кармашком на бедре. Ярлыки отсутствуют. Спортивные мужские штаны 52 размер. Жилетка женская, размер 42-44. Спортивная куртка с капюшоном, внутри флис. Размер указан 38. Спортивные трико женские. Так. Размер не указан, но они небольшие, может быть, 42. Дальше еще одни леггинсы, Adidas. Тут размер затерся, его не видно, по-моему, 44 указано. Непонятно. Так, брюки спортивные, размер L. Бриджи. Размер указан 10. Так, одну секундочку. Это велосипедки на лямках. Давайте я уберу, что нам дальше учиться. Толстовка. Размер не указан, но она маленькая, скорее всего, 42. Бриджи женский, размер M. Спортивные
спортивная кофта размер L. Бриджи женские. Здесь по краю сделаны пайетки. Вокруг шнурка сделаны стразы. Лента похожа на шелк. И сзади есть тоже стразики. Все стразики на месте. Ни одна не потерялась. Брюки спортивные женские. Размер указан XS. Спортивная кофта размер M. Еще одна спортивная кофта. Ткань как у леггинсов. Микрофибра, что ли. А молния сбоку. Состояние отличное. Вот такая спортивная кофта. Сзади принц с цифрой 15. Еще одна спортивная кофта. Очень длинная. Размер указан XL. Брюки светлые, прямые. Есть кармашек снизу, карманы на бедрах. Два кармана сверху прямых. И два кармана на попе на брючках. Длинная кофта на молнии. Без карманов. Так, дальше спортивная танковка. Она, я так понимаю, оттягивает по фигуре. Такие специальные мешковатые места сделаны. Размер SM. Комбинезон. Размер указан 5. Он идет на лямках. И снизу также имеются лямки, чтобы штанишки не затирались. Еще одни велосипедки. Размер тоже не указан. Танковка тоже без размера. Спортивные штаны женские, чем-то похожи на бархат. Брюки размера M. Бриджи женские размер 30. Указан ростовка 140. Нет, вру. 140, что-то другое. Ростовка не указана, размер 30. Спортивная женская полуводолазка. Брюки женские, размер не указан. Этикетки все отсутствуют. Ну, скорее всего, 42-44. Спортивные штаны, размер S. Следующие бриджи женские, размер 42-44. Еще одни велосипедки мужские. Так, бриджи. Размер не указан, но они небольшие. Есть небольшая зацепка на правом бедре. Бриджи женские с карманами на коленях. Размер M. Спортивные штаны на шнурке, размер S, молочного цвета, штаны на резинке, прямые, Nike, размер указан 48. Я так понимаю, это мужские штаны. Размер отсутствует, они идут прямые. Слушайте, может быть и женские. Непонятно. Фасона нет, они вот здесь вот заужены, скорее всего, женские все-таки. Так, спортивная кофта мужская с молнией сбоку, размер L. Еще одна спортивная мужская кофта. Женские штаны, сзади два обычных кармана. Пояс и карманы сделаны из эко-кожи. И здесь
здесь, я так понимаю, Аня, здесь декоративная молния сделана. Такие необычные штаны. Спортивная олимпийка мужская. Размер L. Велосипедки мужские. Леггинсы женские с утягивающимся с утягивающим поясом М. Такие брюки с карманами. Здесь, так понимание, декоративные. Два обычных кармана, два кармана на бедрах и два кармана на коленях. Снизу имеется молния. Спортивные бриджи женские, размер XL. Следующие теплые спортивные штаны. Сзади два обычных кармана, спереди также два обычных кармана. Размер не вижу. Так, спортивные штаны женские. Тоже этикетки, ярлыки, все отсутствует. Состояние у них хорошее. То есть ни пятен, ни зацепок, ничего на них нет. Так, спортивная кофта. Такая ткань похожа немножко на плащевку. Размер не указан, но она не очень большая. Олимпийка на молнии, размер 40-42. Спортивные штаны большого размера XXL. Штаны тоже размер не указан. Есть шнурок по низу штанины. Здесь шнурок внутри такой же. Два кармана на пуговках. Сверху тоже на пуговках, кармана на бедрах. И два кармана на коленях тоже на пуговках. Брюки немножко расклешенные к низу, размер S. Последние женские спортивные штаны, зауженные к низу, сверху они сделаны по принципу галифе, немножко расширенные на шнурке. Этикетки о размере указывают, но примерно 44. Сейчас вам был продемонстрирован микс из спортивной одежды Швейцарии, примета, цена 450 рублей за килограмм. Упаковки 20 белых, 5 килограмм, 200 грамм. Стоимость всего микса 11 340 рублей. Количество единиц 87 штук. Стоимость за одну единицу 130 рублей. Спасибо за внимание.